Всем привет, друзья! Сейчас я нахожусь со своим братом в Житомире. Я первый раз вообще в Житомире. Мы здесь оказались чисто случайно. Мы ехали, у нас поломалась машина. Нас подвезли сюда, ну, на буксире дотянули. Вот, мы заехали на СТО, но уже был конец рабочего дня, все уходили. И нам придется здесь заночевать. Повезло, что у нас здесь есть знакомый. Мы договорились, что он нас примет на ночлег. А завтра с утра мы купим эти запчасти, которые нам нужны. Поремонтируемся и, надеюсь, завтра уже поедем в Киев. Это мы сейчас находимся в районе Житний рынок. Я думаю, здесь такая торговля идет оживленная. Прикольно. Так, тут такие лавочки какие-то прикольные. У рынка, знаешь, такая архитектура похожа на Одессу, на рынок Привоз. Такая монументальность. Скверик такой довольно людный. Тут много лавочек, и они все практически заняты. Есть, я обратил внимание, дерево, на котором растут солнечные панели. Здесь написано «Місто Житомир від корпорації Радіан». И тут, я так понимаю, вот это здесь можно сесть и зарядить свои девайсы. Вот и пришел Жека. Привет, Жека. Да, Жека — это, короче, наш друг, который нас приютил, и наш проводник вообще по Житомиру. Как тебе вообще в Житомире живется? Чем ты тут занимаешься? Если сравнивать с Киевом, то здесь вообще люди очень медленные, здесь вообще ничего не происходит. В Киеве постоянно вот это все-таки быстро, что-то постоянно надо делать. Ну да. А чем я занимаюсь? Развиваем культуру, музыкальную культуру города Житомира. Ага. Занимаемся музыкой сейчас. Делаем инструменты, играем на инструменты. Музыкальные инструменты? Да, этнические музыкальные инструменты. А какие, например? Ну, например, джембе. Это угу. Барабаны там африканские. Хендпены. Это я показывал. Хендпены, ага. Да, ага. Правильно его называть хендпен. А, это вот такие, которые похожи на летающую тарелку, да? Да, металлические. Ага. Сферы. Это какая-то площадь центральная, что ли, да? Или где мы это находимся? Одна из центральных улиц. Сейчас будет Михайловская, одна из таких центральных проходных аллей, вот, которые как бы, на которых гуляют. Расскажи, кстати, чем вообще знаменит Житомир? Здесь же жил Королёв, академик Королёв. На самом деле, в городе Житомир есть огромное количество так называемых людей известных там. Леся Украинка с Житомирщины сама. Не из самого Житомира. Есть школа Леся Украинки именно. Ага. То есть вот это точно так. Велика. Королёв здесь же вот родился, типа, и жил, и... Город основан Королёв... в 884 году. 884 это год, да. Да, это... Еще до изобретения Москвы Житомир уже существовал. Да, вот это Михайловская, вот это. Ага. Туда еще идет до конца дальше. Ага. Так. Так, ну здесь тоже вот мешками заложено. Так чем знаменит Королёв вообще? Кто это такой? Королёв — это тот, кто вроде придумал двигатель, который типа летит. Королёв — это авиаконструктор знаменитый. Знаменитый авиаконструктор, да, который принял участие кафешки такие в полете в космос. А, вот, кстати, Леся Украинки — это самое... Вот. Ну, прикольно, тут такие кафешки. Реально напоминает Одессу, знаешь, вот по вайбу, такое слово вайб, знаешь, по настроению, да, вот люди так гуляют, такая широкая площадь, люди себе прогуливаются, хорошая погода, теплые такие вечера. Вот. Здесь еще сейчас художество. Вот. Люди, это, наверное, потому что пятница сегодня. Потому что в будний день. Здесь все уже как бы мало. Ага. А это что за здание? Это у нас Міськрада. А, это Міськрада, да? Вроде да. А это тоже какая-то площадь, да, наверное? Площадь Королёва. А, это и есть площадь Королёва, того самого. Да. Вон смотри, какая это, статуя. Ага, вон статуя, да.
из стекла сделано, да? Прикольно. А вот и сам Королёв. Так. Видатний вчений творець перших космічних кораблів. Вот, и у него в руке такая получается... Что это у него в руке? Как метеорит? Создатель космических кораблей, вот отсюда, вот из Житомира. Круто, ну круто. Ну что, идем дальше. Тут у нас кинотеатр «Жовтень», я вижу. Блин, так, ну прикольно. Забыли, да. Прикольно тут знаю, у вас, я скажу. Накормить. Может быть, сейчас попробуем. Слышь, мне нравится. Мне вот, по-моему, так в Киеве люди не гуляют. Да, да, да. Вот раньше по Хрещатику можно было так пройтись. А тут прям... Ну, это тоже центр своего рода, да? Да, да. Это как бы центр города. Да. В принципе, он небольшой, этот город. Но пешком можно за пару часов пройти, так, быстрым шагом. Угу. Ну, может, за пару часов. Но ты говоришь, у тебя такая вот связь здесь с космосом появилась, да? Или всегда была? Не, оказывается, всегда была, да. Во время взросления начали вспоминаться детские моменты. Ага. То есть и сопоставление то, что я проживаю сейчас, там, в данный период жизни, в который я здесь нахожусь, ага. И вот детских у меня, оно очень сильно не соприкасается. Ага. Интересный такой момент. Ну, это у меня в жизни этап такой, да? Но, ну, опять да. Же, если посмотреть, ну, тоже там, на тех, кто приезжает сюда, уезжает, из там общих знакомых, из знакомых-знакомых, то тоже ага. Такой момент. Они приезжают в Житомир уже какими-то подготовленными. Сначала они поездили по миру, трансформировались. Ага, ага. Я в Киеве там 10 лет, очень много я в Киеве. Кто-то в Одессе, кто-то еще там где-то по миру путешествовал. Ага. А потом уже с каким-то опытом приезжают и начинают что-то творить в Житомире. Вот. Ага, уже это самое. Типа, какие-то... Когда уже... Как-то устоялись уже, кем-то ага, там ага. Стали, там... Что-то уже познали, и уже есть что принести. О, да. Так это вообще круто. Библиотека имени Ольжича. Мы вот видели, да, там дерево с солнечными панелями такими. Написано от корпорации «Радиан». Вот здесь вот она находится, да. А чем она занимается? Там, ну так, навскидку я вижу тут этот треугольник, как у масонов. Может, это связано как-то, нет? Не знаешь? Я думаю, да. Да? Я думаю, да. Ну, то есть, как бы, тут как бы очевидная вещь, да, то есть мы видели в парке тот, кто поставил солнечные панели, тот, кто ага. Дал людям зарядку, и там, где стоят камеры, А-а-а. Не исключено, что там стоит, ну, все остальное, это просто для того, для отвода глаз, эти все там зарядные станции, для того, чтобы смотреть за парком. Ага. Это памятник братам, загиблым у Афгане. Это тюльпан, да? Почему-то вот говорят «Афган, черный тюльпан». Я точно не помню эту теорию, но вот такое говорят. «Афган, черный тюльпан». Да. И здесь есть какая-то, это самое, мексиканская кухня, да, ты говоришь? Ага. «Муча густо» называется. А, «Муча густо». О, есть буррито, 100 гривен, курица 109, свинина 119, яловичина 129 и вегетарианская есть. Ого, это такие лимонадики, короче, малина-базилик, интересный. Такой лед с дырочками, и прям там такие куски малины плавают. Так, ну что, посмотрим это буррито. А ну, а ты можешь открыть? Я просто, мне неудобно. Ну, готовили долго, минут 20. Я не знаю, что он там готовил. Ага, это видишь, такой блинчик, это специально пекся. Как-то он заворачивается таким особым образом. Но здесь такая упаковка тоже, термо, это самое. Здесь картонная такая и термо... Как это называется? Термопакет, чтобы температуру держало. Ого, ну мощно, и начинка мощная, красный лучок, оливка, я чувствую, помидор, болгарский перчик. Вот такая она мексиканская и, кухня в Житомире. Красный лук, это вообще прям бомба, кукурузка. Угу. Тянется сыр, я вижу там зелень есть. Круто.
Так, Жека, ну ты плохо подготовился, ты плохо знаешь историю Житомира, так что давай хотя бы, может, из Википедии что-то почерпнем, что там пишут. Из Википедии, вот то, что на что обратили внимание. Ага. Внаслідок поразки перших визвольних змагань місто надовго окуповане більшовиками, місто Житомир. Це які роки? Це 1917-1921 рік. Ага. Ми нажимаємо на що таке перші визвольні змагання, то нам виходить Українська революція. Ага. Українська революція також називалася визвольними змаганнями. Це низка подій, пов'язаних з національно-визвольною боротьбою українського народу у 1917-1921 роках. Кстати, ти заметил, що от кожних 100 лет оно как-то так повторяється. От 1917-й, 1921-й. Это как раз, ну, прям точно, ну, у нас вот 2014-й, 2022-й. На какое-то количество процентов, да. Да, прикинь, это вот тоже ж длилось, ну, сколько лет это вызволение и вообще. И это еще только то, что нам показали, а мы еще многого, я уверен, не знаем просто, потому что нам его просто не осветили. Слушай, ну, короче, я этому заведению ставлю смело 5 баллов. Буррито супер, лимонадик с малиной и базиликом супер. Вот. Вот это им повезло. Да, так что круто. Кто будет в Житомире, сюда можно заходить. Ну, короче, я хочу сказать, что я рад, что я попал вот в Житомир так спонтанно, неожиданно. Здесь реально, ну, прикольная атмосфера. Реально прикольный город. Мне понравилось. Ну, хотя я здесь провел пока что всего пару часов, но впечатление хорошее. Ну, такой мирный город. О, кстати, а скажи, Жека, а были же какие-то прилеты сюда? Что-то там в какую-то школу, я слышал, попало. Мы можем туда подойти. Это же дом там. Вот, смотри. А, жіноче духовне училище. Да, это памятка, это было жіноче духовне училище. Ага, ага. Этим просто там, естественно, хочу. Вот музыкальная это филармония у нас. Ага. Ну, то есть, типа, филармония вроде же там одна в городе, да, там, я знаю. Ну, да, да. Вот это наша филармония. Ага. Ну да. Водонапорная башня. Ну, я так понимаю, это уже тоже как памятник архитектуры, потому что, ну, явно же уже вода и без водонапорной башни может существовать. А раньше, когда не было технологий, то вода, давление создавалось природным таким опытом, природным методом. Здание очень интересно, наверх не пускают. Ага. Вообще никак туда попасть. Ну, вот такое, есть в нем своя мистика. Ага. Ну да, такое интересное. Я таких не видел. Ну, а старина, 1800 какой-то там год. Вот это, я так понимаю, есть эта школа, которая очень пострадала. Я не знаю, мы туда, наверное, подходить близко не будем. Ого, но ее развалило прям очень сильно. Ох. Да. Зрелище очень жуткое, конечно. А почему вот именно эта школа, знаешь, ну, что-то еще, может, в Житомире пострадало? Міськорада здесь рядом. А, Міськорада рядом. Блин, почему вот, короче, целятся, блин, в школы и вот такое вот разрушение делают. Это жесть. Это библиотека. Це, да, библиотека. Ага. Имя твое, это подвиг твой бессмертный. И на флешке скидывал все картинки. Ты еще знаешь, как определяется уровень города по крутизне тачек? Ага. Вот я смотрю, здесь у вас есть крутые тачки. Да, есть. Немало. Да. Прям я там, ну, в центре прям такие крутые проезжали. Ну так, а тут пройтись по этому, тут посмотреть. Да, да. Да, интересно. Там сейчас такой закат красивый. О, ты что, еще до сих пор с лимонадиком идешь? Да. Кстати, вот сейчас сезон клубники уже заканчивается и начинается сезон малины. И вот я заметил, в эти лимонады они добавляли прям, ну, типа свежую малину. Хотя она вот только-только начинается сейчас. Откуда у них малина? Житомир?
Да? Номер, да, это волшебство и чудеса. Ну, мы, кстати, ехали по трассе, там было очень много, прям вдоль трассы стоит людей, которые продавали клубнику, эту чернику, такого плана. И... Малины еще не было, да, но нам рассказали, что здесь такая местность, много лесов и песочный грунт такой. То есть для картошки это там прям совсем плохо, а для клубники она прям любит такое. Поэтому здесь, короче, такой, ну, типа, вот из Житомира много клубники идет. О, даже есть тут Вячеслав Черновол. О, тут смотри, ого, такое красивое здание, как замок какой-то. Это что такое? Это педуниверситет. А, это педуниверситет. А я думал, это, знаешь, какое-то поместье, да, ну, там, какого-то графа Потоцкого. Абсерватория. Обсерватория сверху, да? Да. Ага, прикол, прикол. Житомирский державный университет имени Ивана Франка. Так, ну что, вот и она. Это, я так понимаю, вот это та самая ракета, на которой Гагарин отправлялся в первое космическое. Нет? Это... Не уверен, что это та самая, да. Но закат, смотри, какой красивый. Ну, закат там красивый, да. Или это какая-то часть ракеты? Ты понимаешь, что это какая-то часть ракеты? Ну да, да. Может, какой-то один из типа этих реактивных двигателей. Ага, ага. Они же там все там распадаются. Ну да, и эта часть отпадает. Типа, я так полагаю, ну, это вот Королёв конструировал. И то есть можно даже сказать, что если бы не Королёв, то Гагарин бы не прославился своим полетом в космос без участия Королёва, который родился в Житомире. Да, красавчик. Гагарин ушел в Житомире, родился Королёв. Вот этот музей. А, это музей. Да, ага. Ну, мне рассказывали, да, про музей космонавтики. Ну да, вот он, Королёв. Вот мне нравится, что вот Женя говорит, что в Житомире можно ходить. Вот смотрите, это, в принципе, проезжая часть, дорога. И здесь не по тротуару ходить, а можно вот прям по дороге. В Житомире можно все, короче, да? Житомира, если там, а вообще вот получается жит ом жит, ом том мир ом ом ага ом это что это звук который создал вселенную вообще да в ведической культуре ом житом мир жито мир а еще у нас есть центр прям тоже Хаски там где мы гуляли есть Укртелеком и там так написано огромными буквами тоже ом Ом. Ну, даже, ага. Совпадений ну да. Ом. Кто знает, увлекается ведической культурой, тот однозначно должен знать звук Ом.